Ich habe täglich auf diese Wagen gearbeitet und ich habe das gesagt, in Russland haben wir sehr viele gute Leute, aber sie brauchen auch viel Führung und Unterstützung. Gute Autos. Какой приговор машине? Ну, не приговор, какой же приговор в суде формулирует. А здесь мы слабо. Не, а что значит оправдательная? Она разве под судом? Отличная машина, очень хорошая. Приемистая, легкое в управлении. В общем, два варианта. Есть с ручным управлением, и вот здесь вот смешанное. Есть ручное, есть автоматическая коробка передач. Очень хорошая, мне понравилось. И так легко переключается, самое идет, когда нагрузка увеличивается в гору. Мы же поднимались в гору, подъем достаточно непростой, ну, достаточно сложный, так скажем. Вот угол уклона большой. Сама переключается коробка, хорошо работает, очень мягко идет. А по сравнению с Калиной спорт? Ну, я уже давно на Калине не ездил. Калина хорошая машинка, надо сказать. Она мне действительно понравилась, когда я на ней ездил. Но это чуть побольше, мне кажется, как устойчивая такая машина, хорошая. Но мне кажется, что это все-таки немножко другой класс. Угу. Какой спорт? Ну, здесь же серпантин. Кругом ограничения, 30-50 километров. Понимаю. Скажу по-честному, чуть-чуть побыстрее ехали. Предубеждения насчет сейчас этих автомобилей уже не актуальны. И позвольте сразу, на фоне кризиса некоторые иностранные концерны уходят с рынка. Хорошую возможность занять этот рынок для отечественных? Ну, конечно, очень хорошая. Дело не в кризисе, дело в разнице курсов валют, национальной валюты, иностранных валют по отношению к рублю. Это абсолютное конкурентное преимущество, которое, безусловно, наши производители должны использовать. В том числе и для продвижения, не только для освоения собственного рынка, но и для продвижения на внешний. Вот мы сейчас с господином Андерсоном говорили, они уже планируют продажи в тех регионах мира, в тех странах, где Ладу знают. В Восточной Европе, в некоторых странах Ближнего Востока, в Латинской Америке. Мне кажется, что она пойдет и пойдет хорошо. Но соотношение цены и качества, мне кажется, абсолютным является таким глобальным конкурентным преимуществом. Качество, оно, вот я абсолютно убежден, оно на уровне мировых стандартов. И, как вот господин Андерсон сказал, 70% локализации. Часть комплектующих поступает еще из-за границы, но, в общем, это неплохо. В мировом автопроме все сейчас связано с кооперацией, и «Лада» идет по этому же пути. Но 70% локализации в России – это очень хороший показатель. А вот он сейчас говорил о том, что некоторые части, связанные с кузовом, с некоторыми другими комплектующими, приходят, скажем, с Магнитогорского металлургического комбината, который, я знаю, заблаговременно проинвестировал в развитие своего производства более миллиарда евро или миллиарда долларов, сейчас могу ошибиться. Но, во всем случае, создал современное абсолютно производство и выходит на мировые рынки со своей продукцией. Ну, а внутренний-то точно будет осваивать. Есть определенные в этом преимущества, не только связанные с ценами и логистикой, связанные с тем, что предприятие не несет дополнительных затрат с необходимостью где-то на каких-то дополнительных площадках складировать эту продукцию в ожидании поступления ее на конвейер, что снижает затраты, а значит, в конечном итоге сказывается на цене в сторону ее понижения. А каких-то новых мер поддержки наверняка тоже речь шла, нет? Нет, мы сейчас об этом не говорили. Говорили о других автомобилях концерна «Лада». Вот о «Ниве» я спросил, как концерн планирует ли развивать «Ниву». Услышал подтверждение, что да, «Нива» будет развиваться. И здесь есть уже определенные планы у предприятия. Пожелаем удачи предприятию в целом, работникам предприятия. Уверен, что сами рабочие инженеры, которые там работают, не только довольны, но и по праву могут испытывать чувство гордости за новый продукт. А автолюбителя России поздравляю с новым автомобилем «Лада». У вас в автопарке много машин «Лада» и отечественных? У меня «Волга» есть старая, 21-я, и «Нива». Как
Спасибо. Цвет автомобиля, про цвет скажите что-нибудь. Ну, мы выбирали не по цвету, мы выбирали по коробке передач. Она, эта коробка передач смешанная. Он может в ручном режиме работать, а может в автоматическом. Я выбрал, чтобы посмотреть, как работает и то, и другое. Работает блестяще. Завелась первого раза? Ну, конечно. Спасибо.